Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера задержали полицейские в Урюпинском районе. Двое сожителей, 21-летний ранее судимый мужчина и 27-летняя женщина, зная, что 63-летний сосед-пенсионер находится дома один, проникли в его частный дом и, угрожая ножом, похитили 10 тысяч рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде ареста и возбуждено уголовное дело. В Калачевском районе инспекторы ГИБДД установили местонахождение 16-летнего подростка, находящегося в федеральном розыске как без вести пропавший. Несовершеннолетний самовольно покинул дом в Саратовской области и направлялся попутным транспортом в город Ростов-на-Дону, как сам он пояснил на концерт. В ближайшее время несовершеннолетний будет передан инициаторам розыска. И вновь мошенники. Под видом сотрудника банка неизвестный позвонил 50-летнему жителю Фроловского района. Сообщив о незаконно оформленном кредите, неизвестный убедил потерпевшего перечислить на якобы безопасный счет 700 тысяч рублей. Полиция региона напоминает, сотрудники банковских организаций никогда в телефонном разговоре не просят совершать каких-либо операций. Обо всех фактах противоправной деятельности, совершенной в отношении вас, незамедлительно сообщайте в полицию.